уважаемые друзья, искренне приветствую вас на ставшем уже традиционном вручении премии «Глобальная энергия». 4 года назад Россия вышла с инициативы учреждения международной награды за выдающиеся научные разработки в области энергетики. И за прошедшее время эта награда заслуженно завоевала и авторитет, и уважение. Сегодня 30 крупнейших ученых из 9 государств входят в состав Международного комитета по присуждению премии. Более 600 представителей науки из 35 стран получают право выдвигать номинантов на эту награду. А объем поступающих на конкурс работ ежегодно увеличивается. Подчеркну, Россия как один из лидеров мировой энергетики не только занимается экспортом энергоресурсов и электроэнергии, мы намерены и впредь поддерживать научные разработки, которые повышают эффективность и безопасность энергопроизводства. И, разумеется, обеспечивают соблюдение экологических требований. Среди них такие важные направления, как водородная и термоядерная, биоэнергетика и наноэнергетика. Убеждены, премия «Глобальная энергия» служит интеграции лучших сил мировой науки, поиску прорывных подходов к исследованиям в области энергообеспечения всего человечества. Как вы знаете, тема энергобезопасности стала одной из главных и на предстоящем саммите, будет одной из главных на предстоящем саммите восьмерки здесь, в Петербурге. Уважаемые друзья, сегодня мы чествуем новых лауреатов премии «Глобальная энергия». Интернациональный коллектив разработчиков термоядерного реактора ИТЭР. Россия, Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, Япония, Канада, Китай, Южная Корея объединили свои усилия по созданию принципиально нового источника энергии. И мне особенно приятно вручить высокую международную награду академику Велихову Евгению Павловичу, доктору Роберу Айнеру, доктору Масаджи Йошикава. Насколько я знаю, такая общая коллективная премия присуждается впервые. И это представляет особую ценность вашей совместной научной работы, уважаемые господа. От души поздравляю лауреатов. Желаю вам здоровья, благополучия, успехов и, конечно, новых научных открытий на благо всего человечества. Я хочу поблагодарить ученых, активно работающих в Международном комитете по присуждению премии, а также учредителей премии, в том числе ведущие энергетические компании, такие как «Газпром», «РАО ЕС России», «Сургутнефть», «Нефтегаз». Я от всего сердца желаю всем вам.